Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Об этом он объявил на онлайн-совещании с главами регионов. Президент отметил, что на данный момент удалось притормозить распространение эпидемии. Однако угроза дальнейшего развития эпидемии все еще сохраняется. При этом по окончании майских праздников отдельные регионы страны с наилучшей эпидемиологической ситуацией уже смогут последовательно выходить из режима ограничений. План поэтапного восстановления привычного ритма жизни президент поручил разработать до 5 мая. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя. Чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели. В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору, в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Кроме этого, президент поручил правительству подготовить очередной пакет мер помощи бизнесу и гражданам страны. А 28 апреля Владимир Путин предложил официально установить Днем работников скорой помощи.